тогда думали о причинах войны? Как? Что вы тогда думали о причинах войны? Ну, о причинах войны мне судить трудно, потому что это не в компетенции солдата было. Ну, вы знали тогда вот идею превосходства вот этой нацистской расы? Ну, что-то слышали о том, что Гитлер возомнил из себя, что он, какое будущее он для своей расы предполагал? То, что все остальные расы славянские, там какие-то более ничтожные по сравнению с арийской. Насчет расы, ведь Гитлер, чтобы напасть на Советский Союз, он захватил почти всю Европу. Не то, что в Германии воевал с нами. И другие государства, Румынии, например, и другие. В общем, чтобы напасть на нас, он захватил всю Европу. Так что тягаться с ним в войне было нелегко. Ну, вам, конечно, знакомы речи Молотова и Сталина, которые были в начале войны. Какое впечатление они произвели на вас? Ну, война уже шла, а Молотов только выступил по радио где-то в 12 часов и сообщил, что началась война. Немец напал от Белого до Черного моря на расстоянии 1200 километров. Все. А речь Сталина 3 июля 1941 года? Ну, я эту речь не помню. Но он призывал, что победа будет за нами.